Тоже не понимаю, а можно я? А, не видно, что мы рисуем! А, мы не видим, что рисуем. Альбом Ланы. Безволосый кот в пальто. Я не поняла. Змея, привет! Как сама? Мы с тобой так давно не видели, беговая. Благословение тренажерного зала. Йо, трубопчелики, сегодня у нас опять испорченный телефон и новый режим секрет. Будем мы, скорее всего, просто следовать тому, что нам говорят. Если нам будут предлагать какие-то фразы, наверное, будем сейчас их и использовать, потому что хотим, как-то больше сосредоточиться непосредственно на моде. Так что давайте, поехали, 3, 2, 1 и... Ну, в принципе, давайте, нормально. Меня нормально, тоже можно интерпретировать, моя... вот, да, как угодно. Поэтому я согласен сразу. О! О! О, а почему у всех цвет? Да, да, черный такой. А так должно быть, подождите. Непонятно. А, я тоже не понимаю, а можно я. А, не видно, что мы рисуем! А, мы не видим, что рисуем. А, вот настолько секрет! Это жестко. Секретище, ёлки-палки. Это жестко вообще. Так, ну ладно, допустим. Ну как-то вот так вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребят. А я-то не помню, где он. Ну где-то так. Наверное. Я не знаю. И вот так вот как-то еще можно сделать. Слушайте, ну мне не ужасное попалось, скажем так. Мне не ужасное попалось. И знаете, я даже не буду ждать, потому что слишком сложно. И надеюсь, что к следующему разу будет проще. Или хотя бы, не знаю, несложное что-то попадется. У вас вообще как делишки? У вас что-то сложное попалось или нет? Ну, как сказать. Если бы было видно, было бы получше, конечно. Но, в принципе, надеюсь, я не очень криво рисовала. Ага, аналогично. Слушай, интересно реально посмотреть, что у нас получится вслепую. Ну, я, в принципе, тоже уже все. Ага. Я надеюсь, что я там не налезла одним рисунком на другой рисунок. И я немножечко там написала, но это как бы просто как бы выявление эмоций. Вот. Я уже представляю, как эти буквы просто одна тут, другая тут, третья еще где-нибудь. Ну, я пыталась сделать все так кучненько. Ага. Ну, посмотрим, как там получилось. На самом деле даже такая интрига. Ну да. Ой. Так. Ага. Это что такое? А как писать-то? А кто это? В смысле, а что, не пишется? Вроде пишется нормально все. Так, ну как это объяснить? А почему тут пробелы такие огромные? Странно. Блин, я забыла, как там называют эту породу. Какую породу, Ульян? О чем речь? Сейчас я загуглю. А, все. Ай, где эта вкладка? А, я не успела. Ой-ой-ой-ой-ой, а как это понять-то? А как это нарисовать-то? Блин, это сложно. Так, ладно, в принципе, я это себе как-то представляю. Или нет? Нет, забудьте, я никак себе это не представляю. Как нарисовать именно вот это слово? Вот это слово, как? Ой, это ж чье-то описание получается, я правильно понимаю? Это чье-то описание уже. Ой, а я сейчас написала, вернее, нарисовала то, что нету... Блин, я попутала там, в общем, слово очень похоже на другое слово, и я теперь не знаю, как его стереть. Вот беда. А, да, не видно, наверное, вообще ничего. Да. Блин, а я не помню, где у меня тут... Ладно, как, куда идти? Куда рисовать? Ладно, вот как-то так. Боже, я так боюсь потом увидеть, что я рисовала. Это просто кошмар. Я забыл одну маленькую деталь. Ладно, давайте вот как-то так нарисуем еще, я не знаю. Может быть, я не косякну, и может быть, кто-то это поймет. А, ну подождите, уже ж не нужно угадывать, правильно? Поэтому пойдет. Надеюсь, кому-нибудь это зайдет. Так, остается последний человек, и давайте. Давайте, кто там остается? Это я ага. Сейчас, секунду. Ага, все, давай. Я готова, да, ладно. Ой. Так интересно поглядеть сейчас. Страшно. Давайте, страшно. Ладно. Давайте. Певец открывает подарок. Ой, это да, это разговорчик у нас есть тут. Итак, открывает. О, лицо очень красивое. Он открывает. А, это ноты. Я думал, это лицо. Смотрите, я думал, это лицо, это ноты. О, это ноты. Парень открывает музыкальную коробку. Открывает. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Ну да. Суть плюс-минус осталась. Рядышком где-то там что-то было. Давайте следующий альбом. Альбом Ланы. Безволосый кот в пальто. Это край, когда это озвучивается. Все так логично, что ли? Без волос. Боже, господи, лапки!
а где лицо? А где лицо, простите? Так, лысый кот в пальто, смотрите. Уехала. Я думала, что без волос это слишком логично, я бы написала. Это вот волосинка. Это волосинка, а это пальто. Если вдруг что, это пальто должно было быть. Я его надел, не туда. Ладно, секрет, конечно. Мне нравится, как у меня усы уехали и хвост. Такой. Это не усы, это волосинка, он лысый. Это усы, а шерсти нету. Вот это? Сверху? На моем рисунке. Я думал... У него усы есть, а волос нету. Ага. И хвост на спине растет. Бедный кот. Да. Так, следующий альбом. Съедобная елка. Ага. А, ну вот, да, и вот это я как раз таки вот описывал. Человек ест елку. Ест елку, ну, получается так. Он нравится ему. Так. Просто показывается, куда надо еде идти. Вот эта стрелочка сюда, еда. Вот сюда, пожалуйста, самолетик. Самолетик летит вот сюда. Это не стрелочка, это елка на вилке. Или это, знаете, значок перемотки еще, кстати. О, понятно. Осуждаете мою елку, значит, в темноте. Нет, почему же осуждаем? Просто проводим какие-то эти параллели. Но было очень близко, да, здорово, здорово. Так, и альбом Ульяны. Синий кит улыбается. А чё он, мужик, заговорил с нами-то, ёлки? Не знаю, внезапно. О, это я нарисовал, смотрите, он улыбается, видите, всё видно. Немножко на пиранью похоже. Довольный кит пускает. Довольный кит пускает фонтан, нормально, неплохо. О боже, довольный. Какой-то он не то чтобы довольный, он, по-моему, немножечко такой агрессивный, судя по всему. Да. Слушайте, ну неплохо, неплохо. Мой рисунок похож на какого-то мультяшного кита, по-моему, немножко. И он почти ровненько, кстати говоря, смотрите, почти ровненько, почти из него даже фонтанчик и идет. Ну, слушайте, ну неплохо, неплохо, но на самом-то деле сложновастенько. Че, ребят, попробуем еще раз секретик или как вы хотите? Ну давайте, вроде неплохо. Ну поехали тогда. Так, ну что, как-то неплохо, неплохо здесь, в принципе. Ой, у меня странное предложение. Ну у меня тоже, но вроде нормально. У меня нормально. Так, о боже. Это твое, наверное. Ой. А как вот не это факт, первое слово описать? Очень. Как его описать? Простите, пожалуйста. Так, ладно, давайте сделаем. Я не знаю. Блин, это сложно. Очень сложно. Вот мне интересно, зачем в этом режиме дают столько времени? Ага. Мы вроде как бы и успели нарисовать, но дело в том, что очень-очень-очень сложно. И чем больше ты рисуешь, тем сложнее. Фу. Вот я сейчас, например, захочу дорисовать, и я не буду знать, в какое место мне дорисовывать просто. Ну, я тогда рисовывала лапы и хвост. Так, ну, это... Я, возможно, понимаю, что это, а возможно и нет. Вот это что такое? Это не зря ж, наверное, вот так вот сделали. Я не буду говорить, что это, разумеется. Вот. Ну вот это вот, скажем так, цвет. Он же неспроста, неспроста здесь вот такой. Блин, это жесть. Ладно, пусть будет так. В принципе, вроде звучит логично. Что? Что? Как это понимать? Как это? Никто не понимает, что делать. Слушайте, а я вот в прошлом раунде немножечко ошиблась именно из-за того, что я думала, что там так запланировано, а это все из-за темноты. Короче, капец просто. А еще, кажется, у нас какие-то похожие темы, что ли? Да. Ой, ребят, это очень сложно на самом-то деле. И ладно, я тоже закончил. Ну что же, поехали. Так, у меня был... Мальчик мечтает о бургере. Да. Да ладно. Вот что это было. Он мечтает. Красиво, цвета Бургер Кинга. Парень мечтает о бургере. О! Парень мечтает о бургере, так. Хорошо. В полосочках, о полосочках он мечтает, по-моему. Кстати, да, слушайте, реально были похожие темы. Да. Так, давайте, давайте. Лиза хотела. Благословенный фламинго. Ага, я не вот знаю. Это мое, спасибо я большое за это. Я как бы не специально. Ты благословенный. Ангел благословляет фламинго. Ну, неплохо. Да. Почти, почти. А вы оценили вот эту вот мою курицу какую-то странную? Посмотрите, мне кажется, это уже реально ощипанная курица. Я забыл крыло нарисовать. Вот тут вот забыл дорисовать ножку. Они же типа так делают, да, вроде? Ульяна сразу поняла, что это фламинго. Тем более он розовый. Потому что розовый. Потому что розовый, поэтому Ульяна и поняла, наверное. Ага, именно так. Так, ну ладно, давайте поедем.
поехали дальше в таком случае. Ну ладно, это неплохо сейчас было. Ядовитая змея в пустыне. О, а как я понял бы, что она ядовитая? А вот, вот как мне надо было понять? Ладно. Вот там зубчики ядовитые. Зеленые — это глаза? Или что? Змея ползет по пустыне. Так, и да, и неплохо, в принципе, да, адекватно. Это кактусы очень странные, будто просто люди... просто с распростертыми руками стоят. Да, ну просто они... О, змея, привет! Как сама? Мы с тобой так давно не виделись. Она такая... и уползает просто. Так, что у нас дальше? Альбом Ульяны. Спасатель ест бургер. Ага, сегодня день бургера похоже. Блин, у меня тут небольшая проблемка была. Я думала, ну, какой-то бургер. Я знаю. Я знаю, что проблемка была. Я спасатель. О, у меня бургер тоже нормальный получился. Но он типа... А подожди, а что? А, ест? Слушайте, а мы, получается, Ланину фразу как будто немножко пропустили. Проигнорировали. Слушайте, ну, по-моему, вышло неплохо. Ну, неплохо же вышло. Заметьте, какие точечки. Это должен быть кунжут, но он должен быть белым. Но я типа такой думаю, не, я не закрашу эту штуку, я не получится у меня. Вот, поэтому... Ну, как-то так. Надо было, правда, для нижней булочки цвет переключать, но тем не менее, ребят. Она подгорела. Как у тебя вообще так все четко в одном месте получилось? А я потому что прям вообще следил просто за этой точкой, смотрел, потом смотрел, так, хоп, цвет переключил и назад сюда. И вот так вот дважды получается. Хоп, ну короче, как-то так. Слушайте, ребят, а что, мне нравится. Что, давайте заключительный разочек. Давайте. Так, 3, 2, 1 и... боже вот, мой, ладно, ой, я вам не нет, завидую на самом-то деле. Так и быть, оставляем да, эту тему тоже, ну ладно, да, почему бы и нет, правильно? Почему бы и нет, последний раз надо страдать прям за все разы. Ах, вот как, ах, вот как, ах, вот как, хорошо, ладно, давайте. Ой, я знаю, что я буду рисовать, ребята, капец. Так. Надо применять технику Йоши, я смотрю только на рисунок, смотрю на рисунок. Так, ладно, я забыл, где я вот тут что-то рисовал, ребят, проблема. Ладненько, вот так вот, вот так вот, и, боже ж мой, ладно, странная немножечко тема, но да ладно. И теперь самого человека, который здесь, надо нарисовать. Я не знаю, как это сделать. Вы знаете, здесь не справиться без каких-то надписей. Соглашусь. Да, и поэтому, да, я немножечко... О! О. В смысле? Не понял. А чё, кто-то менял фразу, что ли? Я меняла, потому что там кто-то стриг амбарный замок. Это было бы очень сложно, поэтому я подумала, что надо придумать что-то другое. Так, ну это неплохо, в принципе. Блин, а как понять? Не знаю, как это нарисовать, правда. Ага. Ну да ладно. Так, ну можно начать вот так вот. Боже ж мой, зачем я это так именно начал? Нет, это зря было. Ладно, допустим. Почему-то вот такие они будут. Ребят, это ошибка была. Ошибка была то, что я сразу не сделал вот те вещи, которые я сейчас рисую. Вы поняли, это то, что сверху. Так, и он типа такой, о боже мой. Вот так вот. Мы даже напишем это так. В принципе, я закончил. Я не знаю, как вы, а у меня рисунок получился довольно быстрым, довольно простеньким. И, надеюсь, передающим всю суть данного предложения сверху. Ну да, так бывает. В принципе, я тоже нарисовал. Непонятно, что нас ждет впереди. Сейчас там девчонки еще дорисовывают. Мне кажется, я знаю, что им попалось то, что посложнее, потому что, по-моему, тут две фразы более простые, а две фразы такие гораздо более сложные. Ну да. Сейчас узнаем, о каких фразах ты говорила, и начнем с моей фразы. Моя фраза... Старик снимает деньги в банкомат. Это было. Да ладно! Это простая, по-твоему, или сложная? О, надо пенсию. А я хотела, да. Просто стоит, это борода, да? Я хотела написать, но не стала. О, смотрите, реально близенько. Это тоже неплохо. Тоже рядышком, в принципе. Правда, деньги падают куда-то, непонятно куда. Но тем не менее. Было понятно, что это деньги. Ну да, да. Слушайте, вот идеальный альбом. Очень хорошо все у вас вышло. Прям реально здорово. А посмотрите, еще там банкомат был в одном месте. А как вернуться? А, потом вернемся. Счастливый шоколадный торт. Хорошо. Так.
Торт, а почему в шоке, если он счастливый? А почему в шоке? Потому что в шоколаде! Как-то совсем нелогично, но да ладно. Вот, и мой рисунок, вот он, типа, вот, он стоит, и он в шоке, боже, типа, что происходит? Давайте посмотрим снова этот рисунок. Так, говори, Лана, говори. Я говорю, что старик и банкомат одинаковые, посмотрите. Да, реально? Слушай, здорово. Капец, вы, конечно, с Ульяной синхронизировались, обалдеть. А мне сначала показалось, что у Ланы какой-то певец, я думаю, так, стоит, поет, может, деньги надо снять, а он все ждет, а потом что, надо пенсию, понимаешь, что это старик, а не микрофон, вот эта квартира, эта борода съехала, потом поняла. Ну, слушайте, вообще, прям очень-очень похоже. А я нарисовала торт, и потом вспомнила, что он в шоколаде, я думаю, все, и я не успевала уже дописать шоколаде, написала в шоке. Так, ну ладно, следующий альбом, и это то, что я тоже рисовал. Класс, да, ну да. Ага. И это я тоже рисовал, разумеется. Вот, после Ульяны. А, точнее, не рисовал, ты а писал, описывал, простите. Да, рисовал, да, рисовала ты. Ну тут все супер очевидно, поэтому, да. Ну, я тоже так хотела нарисовать, но подумала, что кто-то подумает, что это просто Амонг хвостатый. Да. Но Лана знала то, что уже никто не будет называть ее рисунок как-то. Вот, поэтому решила, что можно и так. В принципе, да, логично, хвостатый предатель. Потому что Ева была первым хвостатым предателем, и хвост, как у Евы, так что не надо. Все продумано. Так, и альбом Ульяны. Ага. О, боже. Вот, да. Надо было капец, конечно, да. Смотрите. Я понимаю. Надо было. Ну вот, смотрите, это дорожка беговая. Благословение тренажерного зала. Близко, да. Нормально. Это из моего, я так понимаю, рисунка взято. Вот, ну, в принципе, близко. Самый идеальный альбом это так, это вот этот. Это самый идеальный. Он получился просто вот реально идеальнее всех, лучше всех. Мне кажется, даже за день ничего более точного не было. Вот, но в целом мне понравился мод «Секрет». Вот, ребят, пишите в комментариях, если вам тоже зашло. Обязательно повторим, нам заходит эта игрулька. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока! 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 Пока!